предоставляю вашему вниманию. Эффекта добиться. Причина — это неправильный подбор материала. Так что если у вас нет подходящего материала, лучше вообще не делать. Нужно было выйти другим способом, каким-то из положения. Ладно, хотелось мне елки сделать, вот такие елки у меня получились. Ну, собственно, судить вам тоже в комментах напишите. Мне они не очень понравились, честно говоря. Ну и второй такой существенный недостаток тоже, это, мне кажется, подставка. Все-таки, ну, не нашел я сначала, не то что не нашел, не обратил сначала на это должного внимания. Ну, такая подставка, конечно, на выставку не пойдет. Ну ладно, там, для домашнего использования там, как бы, меня устраивает. Но вообще, конечно, можно было как-то... неоднородность какую-то получить, как покрыть.
на танкистах, больше похож на осенний. Слайд-шоу, сейчас проведу фотосессию. Завершу проект. Немножко печальный, как всегда. Почему-то не знаю, может только мне так. Заканчиваю какую-то модель. Какую-то задумку. Как-то какая-то печаль приходит, как будто. Это. Комрады все понимают и сами как бы тоже в такой же ситуации в основном, как и я. Не всем приходит, не всем получается уделять очень много времени на свое хобби, поэтому бывают долгострои в нашем деле. Ну, общее впечатление у меня от моей диарамки неплохое, в принципе. Единственное, вот елки, конечно. Я даже плюнул бы на подставку, если бы получились елки так, как я хотел. Ну. Ну, в принципе, право на жизнь она имеет. Так что, братцы, кто еще не подписался, подписывайтесь на канал. Увидим, как я буду в дальнейшем исправлять свои ошибки. Оттачивать мастерство. Подписчики, ставьте лайки, дизлайки, комментируйте обязательно, высказывайте свои соображения, задумки. А я с вами прощаюсь, до нового видео. Через секунду будет слайд-шоу. Пока!